Добрый день. Я, Инна, буду жить с вами. Свалила отсюда нахер. В начале прошлого века провели эксперимент. Детей поместили в люльки и обеспечивали их только необходимые потребности, создав тем самым некий инкубатор. Ну что из них может вырасти? То есть вы не допускаете возможности что-либо изменить в отдельно взятом детском доме? Тебя все устраивает в детском доме? И вас тоже все устраивает, да? Встать, я сказала! Взрослым выгодно, чтобы мы молчали о своих проблемах. Им насрать на нас. Мы должны бороться за свои права. Это наш дом, и мы должны вернуть его себе. Ну, если ты такая смелая, иди потребуй. Я хочу, чтобы перевели моего брата и сестру. Захват заложников. Вы что, с ума сошли? Вы тут все в зону превратили, в зоопарк. Мы не зэки, не звери, мы дети. Нас воспитывать надо не наказанием, а любовью. Вы никогда не задумывались, в чем причина? Может, причина в нас?